Привет, девчонки! Это Катя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас еще один обзорчик гель-лаков от торговой марки Gratol. И поскольку я сейчас немного болею, то он будет практически без комментариев. Надеюсь, вы на меня за это не в обиде. Забегая вперед, скажу, что номера 042 и 052 однослойники, а все остальные наносятся в два легких слоя. Желаю приятного просмотра! А вот про этот экземпляр я просто не могу промолчать. Во-первых, типса такая странная, потому что наполовину покрыта матовым топом. Во-вторых, этот лак просто до неприличия густой. Он, конечно, самовыравнивается через некоторое время, но первоначально остаются борозды и какие-то неровности. Хотя сам по себе цвет очень благородный и утонченный. Если бы вы мне предложили выбрать своего любимчика, это однозначно был бы 031, но слабость у меня к неонам. На этом у меня все. Ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что меня смотрели. Пока!